Здравствуйте, друзья! Сегодня рассмотрим вариант складные распашные ворота гармошка, вариант с фигурным рычагом. Вот с таким. Смотрите, что это за ворота. Значит, если кто не знает, это аналог распашных ворот. Вот здесь вот у нас сейчас 5 метров проем. А створка, если бы это было обычные распашные ворота, нам бы пришлось сделать ее длиной 2,5 метра. А в этой конструкции, за счет того, что они складываются гармошкой, у них длина всего лишь 1,25 м, что экономит место при складывании, то есть они не так далеко заходят во двор. Вот это то же самое и вид снаружи, вот открывание будет происходить таким образом. И во двор эти ворота, естественно, занимают намного меньше места. Вот всего вот так. Ко мне обратились, причем практически одновременно, двое человек, двое заказчиков, которые попросили, могу ли я сделать подобные ворота. А причина обращения была в том, что вот за эти рычаги, за вот эту вот конструкцию, да, просят абсолютно каких-то нереальных, невменяемых денег. Вот. Поэтому я рассмотрел, какие есть варианты подобных ворот в интернет. То есть рассчитал, посчитал эти рычаги, ничего тут страшного, ужасного абсолютно нет. Единственное, смотрите, тут один момент. Вот этот фигурный рычаг, который я имею в виду, он рассчитан в данном случае под ворота толщиной 40 мм, 4 см толщиной створку. Если у вас будет створка больше, соответственно, вот этот рычаг, вот эта тяжка, это все нужно делать больше. Вот, под конкретные ворота, под конкретный размер рассчитывается длина вот этой тяги и место ее установки на столбе. Значит, вот еще раз открываю ее, чтобы было видно крупнее. Вот видите, как она себя ведет при открывании. Вот таким образом. Так же, как обычные ворота распашные, вот здесь вот при стыковании, здесь вот можно поставить внизу на земле упор, соответственно, который будет не давать воротам открыться наружу больше, чем нужно. Так, значит, смотрите, что еще. Ворота легко эти автоматизируются, то есть сюда ставится любой привод для распашных ворот. Можно сверху поставить, можно внизу, можно по центру, это уже как вам удобно. Заполнение тоже может быть любое. Ну, желательно, конечно, так как это предполагается большое, длинное, пролеты закрывать, то есть, естественно, мы их не можем сделать очень тяжелыми, эти ворота. Вот, соответственно, то есть какие-то легкие профиля, штахетник, что-нибудь в подобном роде. В общем, я подготовил документацию, которая поможет вам установить подобные ворота, заказать и установить у меня. Сейчас покажу, что туда входит. Значит, вот, смотрите, будет, в комплект поставки будет ходить рычаг, соответственно, тяжка вот эта. Кронштейны крепления на воротах, специальная регулируемая тяга длинная и кронштейн, который будет устанавливаться на столбе. Вот он. Вот эти фигурные детали, вот эти все полностью детали, вернее, они были заказаны на плазменной резке металла. То есть все это выглядит очень по-заводски, цивильно. То есть от завода не отличить абсолютно. Вот этот комплект. Звоните, спрашивайте, будем договариваться, заказывайте. Я рад, что благодаря моим заказчикам мой кейс расширяется. То есть у меня теперь есть не только подъемные ворота, но и ворота складные, распашные, типа гармошка. Всем удачи, пока, жду ваших новых заказов.